саксофона на одно фойе ДК – это много красивого звучания, чистого звука и профессиональной игры. Зажигательное выступление гостей из Екатеринбурга подогрело настроение зрителей, которые пришли посмотреть КВН. Сегодня приехали к нам 6 команд с разных точек нашей области. Это и Серов, и Пышма, и Ревда, и Каменск-Уральский. Ну и, соответственно, наша команда, Горный край, тоже здесь. До начала игры 15 минут, а зал уже гремит от накала страстей и хорошего настроения. Это все болельщики. Шумят, кричат, размахивают плакатами, чтобы там, за кулисами, команды почувствовали серьезную поддержку. Ребята первый раз выступают, готовились. Будем поддерживать, супер. Громко будем поддерживать, громко. Сегодня. Поддерживать будем аплодисментами. Самое лучшее. Да. И понеслась. На полевскую сцену вышли 6 прекрасных команд, полных харизмы, талантливых ребят и хорошего юмора. Без ограничений, без стеснений. Смешно, весело, с огоньком в глазах. Мы умеем не просто хорошо работать, но и умеем правильно, красиво веселиться. Поэтому хочется, чтобы сегодняшний праздник КВН, который мы начинаем в 2023 году, он набрал новых оборотов и пошел вверх и вперед. Мало кто знает, что главный фанат игр КВН на Северском трубном заводе – это управляющий директор Дмитрий Марков. Он в прошлом тоже выходил на сцену, соревнуясь в юморе с другими командами. А теперь Дмитрий Всеволодович с гордостью говорит о том, что именно Полевской стал местом, где вновь возрождается эта игра среди представителей областного горно-металлургического профсоюза России. Классно не то слово. А как же было в мае, когда мы проводили заводской конкурс? К сожалению, горизонты не приехали, которые были в Сочи, а здесь бы было просто аншлаг. Ну, слава богу, что сейчас мы здесь. Я считаю, что все получится. Это море положительных эмоций. А что нам еще нужно? Нам нужны эмоции. И лучше всего положительные. Вся гордость в плавках. Название первого конкурса со смыслом. Все-таки на сцене металлургии народ увлеченный, закаленный теми самыми плавками, в результате которых и появляется металл. Раскаленный, как уральская душа, яркий, как эмоции на сцене и без шуток очень нужный. Каждая команда старалась сразу захватить своего зрителя, увлечь в искрометный мир металлургического юмора. Вижу немой вопрос в ваших глазах. Почему это мы из мегаполиса? Ну смотрите, у нас есть мэр. Так и у них есть мэр. Да, у них же тоже есть. Ну, у нас есть трубный завод. Так у них тоже трубный есть. А, у них тоже есть трубный завод. Ну, а у вас нет метро. Ха. Братанчик, у нас тоже метро нет. Или у нас тоже метро. Так это что получается? Они тоже мегаполис. Команда Северского трубного завода «Горный край» в этом году забрала Кубок России КВН на форуме «Горизонты» в Сочи. Все не просто так. Театралы от Бога, юмористы от природы. Они отлично спелись, сшутились и на сцене чувствуют себя прекрасно. Тем более они дома. Внимание! Случай на заводе в отделе кадров. А теперь то же самое, только под водой. Надо, щекастенький, надо! Ага, хорошо. Кубик Рубика собираем, не забываем. Да ты мой хороший, ну все, выныривай. А теперь челночный бег и туда. Ай ты мой сладкий, и туда. Отлично, а теперь смертельный номер, сальто. Алло, давайте документы. Я курьер. Главное, поддержка зала очень теплая. Мы на это рассчитывали, мы знали, что за нас придут болеть. Ну и остальные команды молодцы, подготовились классно, привезли болельщиков, прям... Очень огненно. Это очень приятно, что организация такого праздника вновь возобновлена. И то, что мы на родной сцене. Все-таки приятный, добрый, теплый родной зал – это много значит. Ждем третьего конкурса, потому что первый прошел довольно хорошо. Второй, в принципе, текстовый юмор не наша коронка. Мы в основном на актерки выезжаем, как говорится. Но, тем не менее, сейчас впереди третий конкурс. Я думаю, он будет решающим. Горный край вперед! Уже бегом, пошли!
И такое неподдельное веселье царит в каждой команде. Это заметно невооруженным глазом. На сцене шалят до предела. В зале все смеются до упаду. Такой эффект и нужен. Это же КВН. Ребята из Синарского трубного завода отыграли на одном дыхании. Они признаются, хороший адреналин всегда на пользу. Какая она жизнь на Синарском трубном заводе? Ой, прекрасная жизнь. Ребята? Веселая. Отличная. Супер. Жизнь такая, что помимо работы молодежи дают развиваться во всех направлениях, в том числе и в творческом направлении. Вот мы приехали с КВНом к вам. Болельщики поддерживают и наши болельщики, которые с нами приехали, и просто те люди, которым понравился наш юмор. Это очень здорово, когда получается такая отдача, ты заряжаешься, и у тебя вот прям не отпускает тебя. Да, ты просто начинаешь кайфовать. Вот на сцене отпускаешь все волнение и просто наслаждаешься выступлением и реакцией зала. Спустя 3 конкурса и 2,5 часа юмора нон-стоп, члены жюри готовы объявить результаты. Максимальный балл и первое место в областном кубке КВН среди представителей ГМПР заняла команда Надеждинского металлургического завода из Серова. Организаторы остались довольны результатом и пообещали, что больше такого долгого перерыва между играми не будет. Традиция проводить КВН вновь на топе, а значит, пришло время готовить новые шутки для будущей встречи. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, новости 11 канала.